Апатитские пенсионеры тягают железо. Пожилые горожане с активной жизненной позицией 3 раза в неделю бесплатно посещают тренажерный зал и играют в настольный теннис. Такую возможность они получили благодаря поддержке со стороны партии «Единая Россия» и предприятия «Апатит». Тренировки активные бабушки начинают с разминки всех групп мышц и следом за тренажеры. Программу занятий составила Ольга Смоленчук. До выхода на пенсию Ольга Петровна работала в вычислительном центре. Но спорт в ее жизни был всегда. Женщина-мастер по гребле и кандидат по горному туризму. Здесь мы грудные мышцы качаем, мышцы рук качаем. Я рассказываю девочкам, какие упражнения делать, допустим, для печени, там, для коленок. Нагрузки всегда дают настроение. А вот педали крутит Надежда Меркушева, председатель общественной организации пенсионеров. В Апатитах семья Меркушевых переехала в 73-м году из Владимирской области за северной романтикой. По образованию Надежда Владимировна медик, устроилась медсестрой в детскую поликлинику и всю жизнь посвятила лечению детей. Говорит, нагрузки в спортивном зале дарят заряд здоровья. После занятий в спортивном зале мы выходим с положительными эмоциями. У нас такой заряд положительных эмоций. Мы заряд бодрости. И наш девиз – движение – это жизнь. Бесплатно тренажерный зал в спорткомплексе «Наука» посещают 14 человек из общественной организации. Еще 6 играют в настольный теннис. Меньше месяца назад пенсионеры написали коллективное письмо депутата областной думы Алексею Гумнову с просьбой помочь организовать досуг. Ответ пришел незамедлительно. На одном из приемов апатичане поблагодарили за помощь и поделились спортивными достижениями. Вот мы пришли Алексей помогать. Валентинович, мы благодарность вам, огромнейшую вам, профсоюзной организации АО «Апатит». Ко мне обратилась группа ветеранов с города Апатиты, попросили о том, чтобы помочь в аренде спортивных объектов для как раз для этой группы, это теннис и спортзал. Я с этим вопросом обратился к директору кировского филиала Апатита. Андрей Юрьевич этот вопрос решил, пошел навстречу, и мы смогли организовать как раз досуг, спортивный досуг для этой группы ветеранов. Очень приятно, когда люди говорят спасибо, и приятно помогать людям и чувствовать от них обратную связь и отдачу. Депутатский прием Алексей Гумнов провел в общественной приемной партии «Единая Россия» в Апатитах по адресу Ленина, 8. Там каждый вторник и четверг с 18 до 19 партийцы отвечают на вопросы и общаются с горожанами.